Есть! Все работает! Ага! Я не отпущу тебя! Ба! А ты че нас там поджидала? Ага! Мне скучно будет без тебя! Останься! Не покидай меня! Тфирату! Лови его! Да где тебя там черти носят? Деда! Он в проходе заболтал! Ну вот опять! По прямой ему! Тяжело пробежать! Эх, все самому надо делать! Тут я! Не бубни! Лучше бабку зови! Нет-нет-нет! Только бабки тут еще не хватает! Срочно валим отсюда! Фух! Проскочили! Это кто меня звал-то, а? Точно не я, ба! Ну а кто ж еще? Тут совсем ж никого! Иди-ка сюда! Приветули! Мои красотули! С вами Лаки Бобо! Ребята, сегодня мы поиграем в Гренни 4 фан-версию. И там будет не только бабка и дедок, а кто еще, узнаете в видео. Так что досмотри этот видосик до конца. А еще можешь поддержать меня и влепить лайкосик. И, конечно же, подписаться на канал, если ты не сделал этого раньше. Давай, подпишись, не ленись. И для всех, кто любит искать пасхалочки в моих видосиках, в этом видео я спрятал 4 пасхалки в виде барашка. Вот такого. Попробуй их найти. И напиши тайм-код в комментариях. И, возможно, именно твой коммент попадет в следующий видосик. А сейчас хватай вкусняшки. И мы начинаем. Гренни 4. Восстание. О, а тут почти вся семейка в сборе. Слинди, Носферату, бабка и дедок. Ну что, погнали к ним в гости. Мы едем, едем, едем в гости к бабке и дедку. О, Слинди нас встречает, а Носферату спит в гробу. Ну все, прикатили. Дальше проезда нет. Значит, пойдем пешочком. А тут стрёмненько. Так, и как это тут пролезть-то, а? Ой, деревья колючие. Надо подумать. А, кто тут? Добро пожаловать! Эй, Носферату, блин! Да уж, вот это нас встретил, Носферату. Как встретил? Прям с распостертыми объятиями. Ничего не скажешь. Бррр. Ну что, давайте-ка выбираться из комнаты. И дверь, конечно же, заперта. А для этого нам нужен ключик, который спрятан вот под этим ящиком. Итак, отодвигаем ящик и забираем ключик. А сейчас можно и двери открыть. Все, мы на свободе. Ну, почти. Пойдемте-ка прогуляемся по дому. Он, кстати, тут большой. Так, а нам вот сюда. О, бабка, смотрю, нам уже подарочек оставила. Прям на проходе. Вот, это наша любительница разбросать капканы. О, книжка, забираем. И, конечно же, ее читать не будем. Она нам нужна, чтобы открыть тайную дверь на чердаке. И сейчас мы туда отправимся. Покажу, какую именно дверь. Пролазим вот тут и топаем в гостиную. А впереди у нас дверь на чердак. Вон там. Так, вроде никого. Вылазим. Как никого? Я тут, иди сюда. Да, бабка обрадуется! Привет, деда! Как дела? Как жизнь пожилая? Нормалек! А как тебя поймаю, будет вообще огонек! Огонька тебе, деда, не видать. Так как я собираюсь от тебя слинять. Так, заходим и закрываем двери. Фух, и мы на чердаке. Сейчас кладем книжку, и тайная дверь освобождается. Вот, видите, шкаф отъезжает. О, вижу, отвертка стоит. Нас ждет. Забираем игу в тайную комнату, а точнее в комнаты. Но чтобы в нее попасть, нужно еще чуток вперед пробежать. Ну, тут хорошо, что не заблудишься. Нам вот сюда. Заходим. Я тебя ждал. Ты долго бежал. Иди сюда. Бабка даст мне еды за тебя. Ага, ща. Бегу и падаю. Отвали, Носферату. Интересно, а он сквозь двери пройдет? Нет, я так не умею. Вижу, Носфи, так только Слинди может. Ну вот куда он пропал-то? Так, а лучше текать отсюда, пока меня не окружили. Носферату, лови его. Да где тебя там черти носят? Деда, он в проходе заболтал. Ну вот опять, по прямой ему тяжело пробежать. Эх, все самому надо делать. Тут я, не бубни, лучше бабку зови. О, нет-нет-нет, только бабки тут еще не хватает. Срочно валим отсюда. Фух, проскочили. Это кто меня звал-то, а? Точно не я, ба. Ну а кто ж еще? Тут совсем ж никого. Иди-ка сюда. Я ж почти в проход проскочил, а бабка меня прям вытащила. Ай, короче, как говорится, почти не считается. Так, ща надо забрать отверточку. О, вот она. Игу откручивать болты и открывать тайники. Один, кстати, находится совсем неподалеку, в нашей комнате, вот в этой стене. Его трудно не заметить. Открываем. И тут у нас подлог кейк. Отлично. Пусть пока там полежит. А мы, Гоу, откроем еще один тайник. И он находится на чердаке, в проходе за шкафом. Короче, в комнате там, где мы встретили Носферату. Так что, Гоу, быстренько туда. А
А сейчас заходим и поворачиваем направо. Вот тут есть двери. Открываем ее. И тут мы можем открутить болты, ну или гайки. Вот тут. Готово! А далее нужно найти ножнички. Может, они тут тоже будут? Ага, размечтался. Тут вообще пусто. Так, значит, отправляемся на их поиски. И давайте прогуляемся по этому этажу. О, арбузорезка! Уже ее в дом притянули. Только непонятно как. Так, оставим тут отвертку. Она нам больше, походу, не пригодится. А сейчас гу вниз, так как тут мы пока ничего не нашли. Да кто тут носится-то? Спать! Ну, спасибо, конечно, бабка, что нас вниз спустила. Я как раз туда и собирался. Но и без твоей помощи я бы тоже добежал. Так, давайте заглянем вот сюда. Мы в этой части дома еще не лазили. И первым делом заглянем в ящик. Надеюсь, он не пустой. О, молоток! Отлично! Можно будет отбить доски с прохода, который ведет к тачке. Но сначала избавимся от этого капкана, на проходе который. А то он меня аж бесит. Есть, получилось! А сейчас гу отсюда, назад. А то бабка проверялкина сто пудов ща прибежит на шум. А мы тем временем тут все облазим. Может, ножнички найдем? О, микроволновка! В коридоре стоит! Хм, странное место для нее нашли. И в ней, конечно же, пусто. Ну что, отправляемся на поиски дальше. Гоу-гоу-гоу! Такс, а тут у нас выход в гостиную. А далее туп-залет. И он ща очень кстати. Later. Все, все дела сделали. Можно и дальше бежать налегке. И отправляемся мы в гостиную. Заберем только молоток с капкана. Надеюсь, он не раскроется. И отправляемся на чердак. Комнату, где оставили отвертку. Гоу-гоу-гоу! Ну что, мы на месте! А сейчас отбиваем доски. Готово! Все, проход открыт. И тут у нас точка висит. Кто ее подвесил? Вообще непонятно. О, рычаг! Забираем. И его нам нужно занести на улицу, чтобы открыть решетку. Так что гоу! Это кто там опять шумит-то? Это Носферату! Ба, это он так спит и храпит, что стены трясутся. А вот и шумно так. Ага, я тебе так и поверила. Ба, ну ты че такая злая-то, а? Да не злая я, а может и злая. Да просто никого в этом доме найти не могу. Понял, значит я тоже потерялся. Привет! О, привет, Сленди! И ты появилась? Не запылилась? О, все, Сленди исчезла. Недолго она побыла. Походу, расстроилась, что мы на нее не смотрели. Но ничего, переживет. А мы гоу оббежим дом вокруг и поищем на нем щиток, такой красненький, с электричеством. Гоу-гоу-гоу! Тихонечко, а то деда там уже крутится. Кто тут? Хоть я не вижу, но слышу, а не, не слышу. Деда, тут никого. Итак, ставим рычаг и поднимаем его вверх. Супер, заработало. И решетка в доме открывается. Ага, я вижу тебя. Стоять, я должен тебя поймать. Прям должен, деда? Это с чего бы? Да-да. А кому ты задолжал-то, а? Бабки, это хитрая лиса обыграла в карты меня. Ха-ха, поиграли вы чё на меня? Капец. Так, пора валить. Ща я с другой стороны обойду и их всех поколочу. Ба, ты чуток опоздала. Ну ты иди, свежим воздухом подыши. А мы пойдем ключик заберем, тот, который в нашей комнате. Вот он, тут. Блин. О, бабка, походу, поняла, что на улице уже нет меня. Так, забираем ключ и гу в комнату к арбузорезке. Ну, а кто не понял, что это такое, то это я так называю гильотину. Как по мне, арбузорезка прикольно звучит. Гоу! Мы на месте, а сейчас пойдем налево. Тут была решетка, и мы открыли ее рычагом на улице. Так, тут нам еще молоток понадобится, доски вот эти отбить. Так что оставляем ключик и забираем ножницы, они нам очень нужны. И первым делом пойдем перережем веревку, которая держит машину, а она опустится в гараж, и мы сможем на ней укатить. Только ключик зажигания сперва найти еще нужно. Ой, и что-то я тут не пролажу, вроде не ел же ничего. Походу плечи широкие. Ха-ха. Так, перекусываем веревку, вот тут. Еее, тачка опустилась! Отлично! Сейчас возвращаемся в комнату, где мы откручивали болты. В полке. Там тоже есть веревка. И ее нужно перекусить, чтобы полка опустилась. И как я помню, там на полке что-то важное лежало. Короче, отправляемся туда и сейчас все посмотрим. А вот эта комната. Заходим и обрезаем вот эту веревку. Готово! О, а тут батарея! Чего? Это куда она провалилась-то? Через пол вниз? Капец! Вот я надеюсь, что она упала на этаж ниже, а не исчезла. Ведь без нее мы не свалим с этого дома. Короче, будет, ребят, беда. Так, ладно, пойдем отобьем доски, а потом спустимся на этаж ниже и будем искать батарею. Только прихватим по пути молоточек. Гоу! Тук-пук! Доски отбиты! Забираем ключ и проходим вперед. И это комната Носферату. Вон его кровать стоит. И он, походу, в ней храпит. Так, а нам нужно вниз. Опа! А тут пушка! Ну, супер-пупер! Ща откроем замок и вернемся за ней.
Готово! А сейчас нам нужно забрать пушку, и с помощью нее мы отправимся открывать еще один тайничок, в котором, я надеюсь, будет лежать ключик от машины. Так, выход с этой комнаты гаража, ну, я бы так ее назвал, находится вот тут. Поднимаем рычаг, и ворота у нас не открылись, так как батарею мы не вставили, блин, она исчезла. Вот заодно, кстати, и ее поищем. Куда она там провалилась? Стой! Стою, дедок! А ты приляг, хотя бы на 2 минутки. Передохни! Ха-ха! Вот это ты улегся, деда! Прям гимнаст! Ты что тут устроил-то? Иди сюда! И ты отдохни, ба! Все, пол семейки отдыхают. Отлично! А пол где-то по дому блуждают. Ну, это я про Слинди и Носферату. Так, ладно, отправляемся на чердак. О, батарея! Вот сюда провалилась! Фух! Я думал, она исчезла, если честно. А так, это отличные новости. Го, сначала откроем тайничок, а затем вернемся за батареей. Так, мы почти добежали до тайничка. Он находится в следующей комнате. Вот он, на полу. И открыть мы его можем только с помощью пушки. Становимся подальше, чтоб нас не зацепило. И шпуляем! Готово! Пушка нам больше не нужна, оставляем ее. И в тайничке у нас ключ от машины. Так и я и знал, что он будет именно тут. Так, давайте его тут пока оставим на коврике. И быренько сбегаем, и батарею принесем. Гоу! Так, скидываем батарею вниз и возвращаемся за ключиком. Мы его там на коврике оставили, помните? Гоу! Забираем ключ, и сейчас можно спокойно отправляться к машине. Еще чуток, и можно будет сваливать отсюда. Итак, первым делом нужно вставить батарею, чтобы открыть гаражную браму. Ставим ее вот сюда. А сейчас нужно нажать вверх рычаг. Есть, все работает. Ага, я не отпущу тебя. Ба, а ты че нас там поджидала? Ага, мне скучно будет без тебя. Останься, не покидай меня. Ба, да ты прям актриса. Не знал бы я тебя, поверил бы. А так я на это не поведусь. Ах ты, иди-ка тогда сюда. Воу, как ты резко поменялась-то, а? Дед, Слендерина, Носферату, гоу быстро все сюда. Он сейчас сбежит от меня. А, меня кто-то звал? Стой, я не пропущу тебя. О, Слинди, вот кто-кто, а ты меня явно не задержишь. Ну все, погнали, покидай семейка. Эх, бабка, вот как ты так упустила его? Цыц, ты еще повякай мне, где ж тебя носила-то, а? Вот я не поняла, Слендерина, а где Носферату? О! Тут я, ба! Вот это классная штуковина! Правда? Ого! О, да! Мы укатили от бабки и детка! Ну, а также от Слинди и Носферату! Ребят, ну как вам видосик? Понравился или нет? Напишите в комментах! Мне очень понравилось с этой семейкой играть! Они прикольные! А сейчас время ваших комментариев. Спасибо, мои хорошие, за ваши комменты. И, конечно же, поддержку. Я это очень ценю. А на сегодня это все. Всем пока-пока. До следующего видео.